Здравствуйте. Как уже было сказано, так называемая медианная зарплата в России в этом году составила 35 тысяч рублей. Для сравнения, средняя зарплата за вычетом налогов в прошлом году около 42 тысяч. В чем разница? Объясню наглядно. Средняя зарплата – это сумма дохода условных 100 работников, разделенная на их количество. А медианная – это зарплата 50-го по счету работника в условной таблице от уборщицы до председателя совета директоров. Агентство РИА Рейтинг ранжировало отрасли экономики страны по уровню дохода. Согласно результатам исследования, лидирующие отрасли опережают последнюю в рейтинге по доле работников с высокими зарплатами в 24 раза. То есть отраслевая дифференциация очень высока. Из 30 проанализированных отраслей лишь в 11 доля высокооплачиваемых работников выше, чем в среднем по стране. При этом 6 отраслей ощутимо лидируют по доле высокооплачиваемых работников. Итак, первое место занимает отрасль рыболовства и рыбоводства, где почти треть сотрудников получает более 100 тысяч рублей в месяц. Высокие зарплаты в отрасли являются отчасти компенсационные, так как ловля рыбы осуществляется в тяжелых климатических условиях в открытом море вдалеке от дома. Стоит отметить, что это достаточно малочисленная сфера деятельности, в ней занято менее 0,2% всех трудоспособных россиян, но выходящие на промысел в море могут рассчитывать на приличную зарплату. Второй по доле работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц стала финансовая деятельность. Здесь более 27% работников высокооплачиваемые. В основном это сотрудники банков, которые очень часто получают высокую зарплату из-за значительной финансовой ответственности. Учитывая то, что кредитная организация есть во всех регионах и большое число занятых, финансовая сфера является одной из самых привлекательных для построения успешной в материальном плане карьеры. На третьем месте добыча полезных ископаемых. Здесь зарплату свыше 100 тысяч рублей получают чуть более 24% сотрудников. К слову, в определенном смысле их положение выглядит даже более благополучным, чем у представителей первых двух сфер. Например, медианная зарплата здесь самая высокая, почти 65 тысяч рублей. В рыболовстве она составляет 63 600, а в финансовой сфере 61,5. Здесь же самая низкая доля работников, получающих меньше 15 тысяч в месяц. 0,9%. Не буду озвучивать все 30 позиций рейтинга, остановлюсь на наиболее интересных, на мой взгляд, моментах. Медицинские работники расположились на 20-й строчке. Больше 100 тысяч рублей получают 4,4% врачей. Медианная зарплата 29 800 рублей. Образование 25-е место. Доход больше 100 тысяч в месяц у 3,2% преподавателей. Медианная зарплата 25 400 рублей. Ниже всего зарплаты в легкой промышленности и в сельском хозяйстве, где высокий доход лишь у 1,2% занятых. Меньше 15 тысяч получают 25,6% и 17,8% работников соответственно. Медианная зарплата в легкой промышленности 20,5 тысяч рублей, а в сельском хозяйстве 24 600.